Сегодняшняя тема. 11 ноября во втором чтении законопроекта о бюджете на 2011 и плановые 2012-2013 годы была принята поправка, которая предусматривает выделение дополнительных 50 миллионов рублей на процедуру ЭКО. Таким образом, в сумме с ранее запланированными 50 миллионов рублей, эта статья расходов бюджета города составит более 100 миллионов рублей. По данным Постоянной комиссии по здравоохранению и экологии Законодательного собрания города, в 2010 году специализированную медпомощь при лечении бесплодия получили около 480 семейных пар. Благодаря увеличению бюджетных расходов в следующем году ЭКО смогут воспользоваться порядка 800 семей. В очереди на процедуру ЭКО в Санкт-Петербурге сейчас 900 пар. ЭКО для них последняя надежда родить ребенка. Нуждающиеся в этой процедуре обратились в Постоянную комиссию по здравоохранению и экологии в середине октября с жалобой на то, что квоты на ЭКО закончились еще в апреле. Источник. Ставь лайк и подписывайся на наш канал.